Всем привет! Сегодня 6 мая. Буду сегодня ловить на поплавочную удочку. Погода обещает отличную, солнышко, ветра нету. Приехал закрытый ерик. Ну как, летом он закрытый. А так как сейчас у нас паводок идет, соответственно, водичка в него залилась еще больше и появился вход с русла реки. В общем, всем приятного просмотра. Я сегодня на своем агрегате. И, наверное, ловить буду тоже с него. Летом этот ерик зарастает челимом полностью. Вот, водяным орехом. И на лодке здесь не проедешь. Вот побольше. Сделал удочку из палки. Поплавок из балберки. Проволоку вставил для петельки, чтобы держался на леске. И все, и два крючка. Проще некуда, ребят. О, поклевки есть. Ага, кто там у нас? Ха-ха, баблёха. Маленькая. Глубина примерно с размер палки здесь. Сколько? Ну, 1,20 м. О, уже покрупнее. Но все равно, вот как раз 17 сантиметров. Ну, мы, наверное, тоже ее отпустим. Смотрите, что-то уже покрупнее попалось, подлещик. Ох, как прет. Красавчик. Иди сюда. Поглубже кинул. Во какой, красавчик. Тащи его, смотрите, поплавок. Тащит. Что-то сидит небольшой. Облёха.
Смотрите, поглубже закинул. Поклевки покрупнее, да, смотрите. Густера попалась хорошая. Подлещик, кстати, тоже там далеко попался. Значит, надо вон за тот камыш кидать. О, ерш! Как говорится, ерша поймал, рыбы здесь не будет. Смотрите, какой пузатый, крупный. Обычно прям малявки попадаются. Это прям хорошенький. Отпускаем его с червем. Хищник наших водоемов. Ха-ха. На ходу берет. Вобленция маленькая. Наверное, крупные нету. Клюет практически сразу. Ага, две. Так, мне кажется, надо еще искать место. Тут что-то одного было мелкое. Сейчас последний раз червей насажу здесь. О, что-то покрупнее попалось. Что, серьезно? Вот. Тарашка хорошая. Смотрите, плыву, и вдоль берега очень много дохлой рыбы плавает. Смотрите, окунь, лещ. Вот еще сетка, что ли, там. Да, смотрите, вон еще окунь, вон рыба. Сетка, что ли, здесь старая, еще непонятно. А, нет. Кто это у нас? А, судачок. Бершик. Тут, похоже, где-то сетка стоит, наверное. И вот рыба застревает и подыхает. Ну, или экология у нас здесь совсем стала худой. Что, попробуем здесь половить возле куста. Сейчас припаркуемся.
Сменил я место, спустился чуть ниже по течению. Сегодня цели нет — надолбить рыбы. Просто рыбачу, наслаждаюсь природой. Ну и в принципе ищу крупную рыбу. Там воблы очень много клюет, вот такая. Сантиметров по 12, по 13. Одну густеру хорошую взял и подлещика. Сзади меня гнездо фазана. Вот птенцы уже вылупились. Слышите? Звуки издают. Кушать хотят. Что-то клюет. Ага, окунь. Там воблы, а здесь окушарики. Так, ну, наверное, окуней я буду брать сегодня. Кошки. Шпроты. Куда-то потащила. Опа! Народ, лещович. Вот. А, рябой, красавчик. Попался. Во какой. Так, обновили червячка. И сразу облёха. Вот она, две кильки. Ну вы чё, где там крупняк? Кстати, я заметил, воблу идет с пол воды. Вот смотрите. Вот я опускаю. И поводок вот на поверхности держу. Смотрите, вот с пол воды держу крючки. Вот уже клюет. Вот она. Видали? Прям на поверхности. Стоит только крючки опустить до дна, поклевки реже становятся. Че, уже сидит? Ага, точно. Даже не чувствуешь, как повисло. Причем попадается на пустой крючок верхний. Там червей уже нету, я уже две воблы на него поймал.
Клев бешеный, вот такой вот в облехе. Так, проедусь я еще вдоль берега. Может быть, какое интересное место найду. А, вобла. Тут тоже она. Прям в камышах, ребят. Заехал в камыши. Глубина, наверное, с метр. Сразу хочу сказать, что вот это в Астраханской области называют камыш. А в других регионах это тростник. Ну и по-научному тоже это тростник. Это просто у нас здесь принято так называть. И мы так его называем. Вот я сейчас прям в гущу камыша заехал и сижу ловлю прям. Ловится в облёшке. Вот сейчас густеру одну поймал. И здесь что хорошо, ветра нету. Ветер чуть-чуть раздулся, но он по основной речке. Я вот буквально, ну сколько здесь... Метров 5, наверное, заехал в камыш и стою. А так он туда еще далеко. Там еще, ну сколько, метров, наверное, 100 до берега. Вот такая рыбалка классная. Ладно, ловим дальше. Обновил червячка. Здесь что хорошо, камыш можно использовать как подставку для удочки. Вот так ее положил и сиди, жди поклевки. О, уже клюет. Смотрите. Повело. Опа. Ага. Что-то там воблёшка. Опа. Первая нормальная воблёшка за сегодня. Все я отпускал до этого. Это уже можно взять. Слушайте, классно. Прям я тут сижу так. Только положил удочку и сразу клюет. Причем поклевки такие, ах ты, сорвалась. Поклевки такие хорошие. Я там стоял на глубине там почти 2 метра. Мелочь одна была с полводы. Здесь метр и клюет уже покрупнее рыба. Она здесь, наверное, кормится. О, две было, одна сошла.
Еще интересно, ни одного карася не поймал. Сразу клюет. Сейчас вторая повиснет и потяну. Ведет поплавок. Ко мне пошла, пошла. Ко мне ведет. Смотрите, контуженный красноперка плавает вокруг каяка. Вон она. Смотрите. Сейчас с выпученными глазами. Оп, и убежала. Глаза у нее выпученные какие-то, больная, что ли. Вон она опять. Сейчас я ее руками попробую поймать. Смотрите. Ах ты. Сейчас я ее хапну руками. Подплывет. О, опять смотрите. Оп. Ах ты, схватила, она у меня ушла. Сорвалась. Смотрите, опять плывет. Че, будем за красноперкой гоняться? О, опять. Че, попробую я ее опять схватить. Вот зараза, скользкая. Где она? О, у меня тут поплавок утащила. О, схватил. И что с ней? Ну-ка, давайте посмотрим. Так-то она целая, но у нее почему-то глаза выпученные. Это она контуженная. Заберем ее.
а то она, наверное, сдохнет все равно. Красноперку руками ловим. Тут где-то еще одна плавала, поменьше. О, хорошая воблёжка. Вторая, которую можно взять. Класс вообще, тишина такая. Ни людей, ни машин. Птички поют, солнышко светит, ветерок чуть-чуть дует. О, смотрите, сразу. О, это понятно. Мелочевка. Вот он. Сам процесс рыбалки, за который мы любим это хобби. Что там... бесится. Красноперка, что ли, бесится. По-моему, в натуре она какая-то бешеная. Поплавок так и таскает, смотрите. О, еще одна красноперка. Вот я ее и видел, вот вторая, да. Это она, наверное, и есть. Да, тоже. Покоцанная какая-то. Ну, это маленькую. Отпустим. Пузатая. О! Сазанчик! Какой малявка! Ничего себе! Черный! Плавники черный, только задний чуть-чуть розовый. Смотрите, какой малявка! Ну ты даешь! Гуляй! Попался! О, а это что такое было? Ё-моё, видали, что-то сошло крупное. Ваблины, что ли, здоровые, я так и не успел увидеть. Ладно, все хорош. Вот такой у меня сегодня скромный улов. Ну, конечно, много я воблёхи отпустил. Наверное, с полсотни. В общем, два подлещика там, окуня, пару вобел. И пару, три густеры. Не густо и не пусто. Зато какая рыбалка классная была. В тишине и спокойствии. Все, пора ехать.
Вот такая получилась рыбалка. Надеюсь, было интересным. Всем пока.